В департаменте культуры обсудили предложение одного из художников о завершении реставрации пантеона памятника борцам революции. Речь идет о нанесении барельефа, который был на пантеоне до реконструкции. В начале 2000-х годов пантеон находился в аварийном состоянии. Были случаи обрушения части плит, и решение реконструкции пришлось принимать в экстренном порядке. Тот гранит, которым сейчас облицован пантеон, не настолько толстый, чтобы наносить на него насечку. Прежняя гранитная плита была толщиной порядка 10-20 сантиметров, новая – всего 2 сантиметра. Еще в то время было принято решение не наносить изображение. Сделать это теперь не представляется возможным. Пришлось бы демонтировать часть плит, чтобы сделать насечку изображения, а затем установить их обратно. Однако это не означает, что памятнику не вернется былой внешний вид. По итогам совещания было принято решение о том, что мы будем рекомендовать городу Иваново при дальнейшей реставрации пантеона учесть уже мнение художников и дозавершить реставрацию путем нанесения барельефа.